Здорово, да? Электрички, запах железной дороги, шум колес. Сегодня у нас первый такой пробег, когда будет большой участок, 6-километровый, будет проходить вдоль железнодорожного полотна. Вперед, вперед, классного нам пробега. Под железкой труба. Нам сюда не надо, но давай посмотрим, что здесь на этой стороне на будущее. Ага, под автострадой проезда, прохода нет. Возвращаемся. Знаешь, замечательно. Трасса грунтовая и проходит рядышком-рядышком от железки. То приближается буквально в десяток метров, то отдаляется на сотню. Ой, класс! Далеко-далеко видны высотки городских кварталов, а здесь распаханная на зиму земля. Ну вот, видишь, что творится? Да, только удалился на 50 метров от этих собак, и они перестали лаять. Чужак. Чудные березки. И вообще чудный этот то ли коттеджный поселок, то ли что. Одна струнка поселка, а с другой стороны полотно железной дороги. И вот эта грунтовка между ними. Ты знаешь, что такие дороги хороши тем, что они и зимой будут вполне доступные. Ну а железка все вьется, вьется рядом красивыми такими своими двумя линиями. Супер. Ну вот скажи, вот такие ощущения. Но неужели неприятные? Бег, поезда. А поезда — это всегда путешествие, дальнее странствие. Ну не смотри на электрички. Некоторые у нас сидят по квартирам и даже на электричке не путешествуют. Ну что, в этом месте как бы мы можем пересечь железную дорогу, да? Только куда мы попадем? Тропки пока никакой не вижу, никакого пути. Придется возвращаться и бежать по такой классной грунтовке. Попытка номер два. Может быть, здесь мы увидим какую-то грунтовку, по которой можно будет бежать. Наверное, да. Да, грунтовки нет, но есть та автомобильная асфальтовая дорога, которая и планировалась. Все, спускаемся. Пастух пасет две козы, но нам надо вот сюда, под мост, на ту сторону автострады. Трасса осталась далеко позади, а впереди, ты знаешь, и там что-то... Давай спустимся, посмотрим, что-то блестит. Какая-то речка или болото. У нас же путешествие и исследование. Надо все-таки все изучить. Смотри, какие здоровенные. Вот это вообще здоровое. Здоровые какие-то бетонные штуки. Вот здесь вот одна лежит на горке. Как она попала? Как она попала сюда, вглубь леса? Не представляю. Прилетела на воздухе, или это какой-то с войны остался бункер. Смотри, какой зловещий цвет у этого дерева. Да.
Прям фильм ужасов. Вау! Здесь так пахнет осенью. Запах, пряный запах прелых кленовых листьев. Может быть, когда он появляется, это говорит, что настала настоящая, настоящая осень. В сегодняшнем трехчасовом пробеге много было классных картинок, много всего я видел, многое не вошло в этот видеоподкаст, но главное, мы сегодня прикоснулись близко к железной дороге. Ну вот, на сегодня все. Живи ярко, до следующей встречи. Пока-пока-пока.